утро в Каспийске выдалось беспокойным. Украинский дрон впервые атаковал Дагестан. Есть пострадавшие. Мусорная свалка на 5 гектаров развернулась в Буйнакском районе. Общественность бьет тревогу. Бастрыкин поручил проверить и доложить о ситуации. Мудрые наставления, ценные советы и добрые слова. Имамы мечети Махачкалы посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Поражение опорно-двигательного аппарата – не помеха для победы. Дагестанская тэквондистка стала первой на чемпионате России. Украинский дрон впервые атаковал Дагестан. Утром жители Каспийска и местные телеграм-каналы сообщили о звуках и взрывах, похожих на выстрелы. Глава региона Сергей Меликов заявил, что силы ПВО уничтожили в небе беспилотный летательный аппарат. Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена 16-летняя девушка, проходившая рядом с местом падения. В Минздраве сообщили, что ранение затронуло голень. Состояние пострадавшей удовлетворительное. Из-за атаки беспилотника в аэропорту Махачкалы задержали несколько рейсов. Сейчас его работа возобновлена. Позже Сергей Меликов заверил, что ситуация в регионе стабильная и контролируемая. Хочу обратить внимание на подачу информации только от официальных источников. Хочу обратить внимание на ответственность за сказанное и за комментируемые события. Иначе, значит, можно сказать, что мы работаем на руку противника. Потому что вот эту информацию, да, которая в соцсетях выложена, мы же должны понимать, что ее смотрят и читают не только граждане, завязанные на эти социальные сети, но и противник. В Буйнакском районе развернулась настоящая экологическая катастрофа. Огромная мусорная свалка площадью 5 гектаров, почти как 10 футбольных полей, стала источником постоянных угроз для окружающей среды и здоровья местных жителей. Мы очередной раз приехали в Буйнакский район по многочисленным жалобам местных жителей. Вот эта свалка горит уже месяцами. Она уже расширила свои границы тоже. Несанкционированное размещение отходов, а также их частое сжигание усугубляет ситуацию. Вредные выбросы отравляют воздух, создавая опасные условия для жизни местных жителей. Около 100 тысяч человек каждый день вынуждены дышать загрязненным воздухом, отмечают эксперты Народного фронта. А вам кто-нибудь говорил, что сюда нельзя вывозить мусор? Это несанкционированный мусорный свалок. Кто-нибудь говорил вам об этом? На место мусорной свалки прибыли представители Роспотребнадзора, Минприроды Республики и другие ответственные органы. Они ознакомились с ситуацией и заверили решить проблему. Кто-то завозит сюда мусор, откуда завозят, я не знаю, но могу уверенно сказать, что с района сюда мусор не завозится. К сожалению, мы остановить завоз сюда не можем. Сейчас мы устанавливаем здесь забор, пробурили специальные ячейки, будем устанавливать забор, постараемся исключить завоз сюда мусора путем установления забора. Но я боюсь, что мы установим забор, люди будут на обочину высыпать. Да, те, кто вот эти недобросовестные люди, которые приходят, высыпают мусор, высыпать будут туда. Никто другой до этого эту проблему не решал, которая накопилась десятками лет. Глава республики Сергей Алимович плотно занимается этим вопросом, выезжая на эти вот строящиеся мусороперерабатывающие заводы, на полигон выезжает, смотрит, как строится и осуществляется стройка. Выезжает, работает, делает. Ну, сроки ждем, достроят, я думаю, все наладится. И вот этот весь мусор, который собирается по всем городам, окраинам городов, он будет уже убран, да? Также стоит отметить, что ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил на это внимание и поручил провести проверку и сообщить о ее результатах. Местные жители надеются, что ситуация с загрязнением окружающей среды в скором времени благополучно решится. Мухтар Курахмаев, Зухра Амарова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. В Москве на площадке Совета Федерации открылась масштабная этнографическая выставка «Традиционные женские образы России». В экспозиции представлены 25 традиционных женских костюмов разных народов России, в
том числе и Кавказа. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. В его торжественном открытии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и советник муфтия Дагестана по связям с общественностью и СМИ Айна Гамзатова. Отметим, что выставка в Москве продлится до 14 ноября. Эта выставка – еще одна возможность воочию убедиться в уникальности России. Самобытный культурный код нашей страны складывался веками. Это результат длительного обогащающего взаимопроникновения традиций великого множества народов нашей необъятной Родины. Огромная благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу. Всегда, когда нужна была экстренная помощь, мы обращались к нему, и он оказывал поддержку. Во время пандемии множество жизней было спасено благодаря помощи от президента. В начале СВО, когда мы обратились за пониманием, то вновь почувствовали незамедлительную поддержку на федеральном уровне. Для главы республики, для нас, дагестанцев, это внимание является крайне важным и ценным. Сегодняшнее мероприятие тоже показало красоту России. Около миллиона дагестанцев получат чистую питьевую воду. Это станет возможным благодаря строительству водопровода Черкей-Махачкала-Каспийск. Проект является одним из самых масштабных в стране и призван решить проблему качества водоснабжения в городах и районах республики. Протяженность водопровода составляет 78 километров. Линейная часть у нас в высокой стадии готовности. Мы ее в ближайшее время планируем завершать. Сейчас идет работа по площадным объектам. Это водозаборный узел. Одно из крупнейших сооружений нашего водовода. Отметим, что завершение строительства запланировано на конец 2025 года. Друга, коллегу, Дагестан продолжит оказывать поддержку Михайловскому району Запорожской области. Об этом было сказано председателем правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в ходе совещания. Премьер-министр отметил, что регион готов взаимодействовать с районом в работе по восстановлению инфраструктуры в ближайшие годы. В бюджете предусмотрены средства на эти цели. Я попрошу сразу руководителей министерств, ведомств, обсуждать на особый контроль. В совещании принял участие глава администрации Михайловского района Вячеслав Бедняк. Он выразил благодарность руководству республики и всем дагестанцам за поддержку. Напомним, что Дагестан взял шефство над районом Запорожской области в 2023 году. Там уже восстановлено 23 объекта, а в текущем году планируется восстановить еще 16 объектов. Практически все имамы в Дагестане сегодня являются квалифицированными специалистами в области религиозных знаний. Об этом сказал муфтий республики шейх Ахмад Афанди на встрече с богословами Махачкалы. Накануне имамы мечетей столицы посетили духовного лидера. В беседе с шейхом гости услышали мудрые наставления, ценные советы для ведения работы и добрые слова о важности их просветительской деятельности. 90-е годы. Когда вот перестройка началась, где раньше мечети были, реставрировали, сразу же начали молиться. А где мечети не было, ну, строить начали. Ну, пока строишь, несколько лет проходит. А те мечети, которые были, стояли под склады, под что-то, под магазины же были мечети, которые... Вот это сразу они реставрировали, начали работать. Ставить имамов, вы же хорошо знаете, имамов не было. Приходилось религиозных людей просто назначить имамами, и они, чтобы провели намаз, и потихоньку ребята учились. Сейчас, если сказать откровенно, альхамдулиллах, конечно, процентов 99 даже можно сказать, по Дагестану у нас муалимами можно называть имамов. Это не только что касается Махачкалы, это по всему Дагестану. Это, конечно, милость Аллаха и баракат наших предков. Я благодарю Аллаха. Во встрече также принимали участие сотрудники отделов просвещения, филиалов благотворительного фонда «Инсан» и работники газеты «Ас-Салам».
Дагестанская тэквондистка Заира Иразиева выиграла чемпионат России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На соревнованиях в Нальчике спортсменка отличилась в весе свыше 65 килограммов. Ранее воспитанница школы имени Магомеда Джафарова побеждала на чемпионатах мира и Европы. Всего сборную Дагестана на чемпионате страны представляют 26 спортсменов. Завтра в борьбу за медали вступит мужская часть команды.